Приветствую вас. А что для мужчины сейчас больше всего в дефиците? Что ему сейчас больше всего не хватает? В чем он больше всего нуждается на данный момент? Наверное, это не что иное, как домашний уют, тепло, забота и так далее. Если это что-то иное, то об этом нужно у человека спросить, дабы иметь представление, и именно этого ему и пожелать. Пожелайте ему то, в чем он больше всего сейчас нуждается. Подобная практика, применив которую к мужчине, поможет вам, как бы это сказать, дать отклик на его запрос. Причем запрос не всегда и не обязательно ярко выраженный, озвученный, выявленный. Мужчина, может быть, сам не осознает, чего он хочет, но если вы в своем поздравлении пожелаете ему того, что вот он внезапно осознает: о, действительно, вот именно этого я хочу, то вы будете у него ассоциироваться как с человеком, который, по сути дела, понимает его желания, понимает его стремления, понимает его чувства, его мотивы, его самого. И вы тем самым как раз таки и привлечете его внимание. А слова вам лучше подобрать самостоятельно, потому что только вы напишите так, чтобы было естественно. Только вы напишите так, чтобы он понял, что это написали именно вы, а не кто-либо еще. Я не против того, что написал коллега, но считаю все-таки, что вам нужно ловить смысл, а формулировать лучше вам, чтобы это было органично, чтобы не выбивалось на общем фоне, тем более, если вы вдруг общаетесь по переписке, будет выделяться текст, если вы его просто, допустим, скопируете и вставите. Это будет откровенно не ваш текст, и это не будет иметь того эффекта, который мог бы быть, если бы вы сформулировали своими словами мысли, которые у вас есть. А что касается того, что сказал я, то здесь я вам просто подал ориентир, а вы уже сами выберете форму и подачу, что будет только вам на руку, так как есть послужит естественным продолжением вашего разговора. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.